Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 687, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, то бишь Нефрит. И сегодня я буду проходить один Duke Nukem Forever, ибо, как вам сказать бы, с Настино у меня новый проект, это Chrono Cross. Все-таки и более такое интересно, а мужскую игру я все-таки буду проходить один, как Дюка всегда проходил один, так и буду. Закончу его в одну каску. И что еще хотел сказать? Ну серию Сэм, все равно с ней будем продолжать. Серию Сэм, Silent Hill, это наш проект с ним. А у меня останется Resident Evil и Duke Nukem. Так что, ребят, ожидайте дальнейших прохождений, только уже со мной. Поехали. Да, кстати, не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. Можете подбирать крыс? Зачем? Да. Что-то я решил тут все почитать. Ну, давайте пробел. Поехали. Так, вот мы оттопырились. Да, блядь. Ой. Ну да, я все привык же на кнопки 1-2 менять оружие. Нахер у вас глазики? Ой, ебать, не стыд. Да, какой хороший город. Но весь, блядь, уже искороченный. Сейчас, наверное, на стену будет смотреть и ностальгировать, как мы с ней вместе проходили. У меня будет печалька. Хотя у меня была печалька после того, когда она видела, что я с другим человеком прохожу серию Сэма. Ептель. Ебать. Чуть нахрен не скинуло меня вниз. Да, печалька пусть у нее побудет. Прикольно. Камень тоже полетал. Ну что-то у меня с ней более новый интересный проект. Chrono Cross. Я с ним больше такое, как видите, романтическое прохожу, что Silent Hill 2, что Chrono Cross. Все-таки она девушка. С ней надо что-нибудь нежненькое проходить, миленькое. Не Duke Nukem же, бля. Блин, начало уровня, смотрите. Ну чё, бля, поехали, кто где? Да вас тут всех хрен перебьешь. Да ну нахер. Убить тебя после всех. Передумал. Да.
все передумываем. Ебучий случай. Пусть Господь с вами разбирается. И то верно. Тут-то я не углазел, да? Ох, блядь, полетели они со всех сторон. Отсюда, блядь, поползли, суки. Эго не успевает остановиться. Фу. Ну чё, блядь? Что за нахер? Ты вообще ломаешься, блядь? Стоять как-то. Такое ощущение, что здесь, походу, я уже ходил. Блин, тут все полопалось уже. Сейчас скажу, меня вот эти штуки напрягают. То вдруг на них приземлюсь. Никаких секретов тут, блядь, нету? Нету, 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 нету. Шлепала. Ух, бля. Джетпак? Чую, сейчас что-то весело будет. Полетаем, по ходу дела. Двое приятнее. О, это не джетпак. Это девастатор, блядь. Ребят, короче, вот такая тут беда произошла. Вылетела игра почему-то, и все нахер. Крутая пушка. Двое приятнее. Но у меня есть РПГ.
ей неприятно. Она тоже ракетками шмаляет. Походу дела я ее сбил. Опять я админу кину. Пиздец тебе. Иди на. Что за нахер? Иди нахер, упыри. Ебать! Броски — это новое слово в дизайне. Мы летим, 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 летим. Ебать, ща мы... Бля, прилетели. Пейте пиво. Да, блин, чтобы меньше становиться хвиспринчик уроном. Да, блин, лучше... нашей русской водки. Тогда вообще урон не почувствуешь. Водки выжрало 0.5 литра минимум. И уже урон понижен намного. Зато, конечно, следующее утро будет урон повышенный сильно. Ну ни хера себе, пиги, пиги. Ладно, блядь, я хочу туда. Искать нельзя, нет, можно, блядь. Чё даже здесь? Чё за звуки нахер? Откуда они идут? Мертвый чувак. Че интересно? О, блядь. Еее, сука. Ой, че, скажите, я уронил. Лифт, походу, не хочет работать. Так, блядь. Подобрали патрончиков. Есть мощные пушечки на всякий пожарный. Если какая-нибудь падла нарвется. А, ага, себя увеличили. Цигарки-то покурить надо. Цигарки, цигарки. Пышаришь, в пышкаря гоняешь. Пойдемте, блядь, куда нам уже нужно. Ух. Бля, как я это место не люблю. Сейчас надо будет уменьшаться.
Да. А это мы любим посмотреть. На красивые женские прелести. Лучше, конечно, бы с этими прелестями что-нибудь другое сделать. Ну, ладно. Ну-ка всем смотреть на мою сраку. Бабля. А, блядь, я же электричество не отключил еще. Я же отхуярю тут током нахер. Где же, блядь, его отключать-то? Сука. Пойдем посым. А, еще прирост эго. Почаще сайт, что ли? Сколько может сайт? Гранаток нет, хотят сказать. Есть. О, бля. Темно стало. Здесь, а. Может, тут тоже надо как-нибудь? Чё он, блядь, не отключается-то нахер? Сука, это печально. Ну ладно, придется так все-таки ползти. Ни хрена. Точно. Через здесь же надо отключить, блин. Вот для чего мне надо было уменьшаться для начала-то. Ну да ладно. Так, блин, двери-то откройте. Хреново фонарик работает. Ползем, 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 ползем. Давай, дюк. Еперный театр. Мини-дюки. Дюка мини. Обавляю. Пейте пиво, чтобы стать выносливым. Ну, вот тут я не поспорю. Но у нас чаще всего бухает энергетики. Плохие штуки. Я пока не хочу увеличивать.
пока я мелкий, могу везде пролезть. Что, кто-нибудь не засунул меня кое-куда? Чувак, подвинься. Давай увеличиваться. Думал убить тебя после всех. Передумал. Мини-кабанчики. Ты так пытаешься. Мини-пиги. У них я себе. Да бля, пиздец, опять мы мелкие стали. Где мой там девастатор? Кровавый дождь. Все, припасы из этого вылетели. Я предчувствовал. Какой богатый внутренний мир. Ну-ка дай взглянуть. Хороший, плохой, это главное, у кого пушка. Пушка. Вова. Бегали. Что здесь есть? Нам просто пошли. Понятно. Ай, дыхалка, дыхалка, удюха, дыхалка. Спрячемся. Блять, не получится. Снайперка валяется. А у меня снайперка полная. Да. Ходил сюда. Весело, бля. Я тоже так умею делать. Ладно, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрай 1987. С вами был Неф. Не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock.